которые будут от водителей. Вы поняли? Потом, следующий этап. Это те люди, которые затаможены уже и у которых есть дозвол на кордон в нас там. Административной полосы. Правильно. Административной полосы, у которой уже затаможились и имеют на руках все документы. Мы сейчас будем решать вопрос, чтобы они туда уехали. Понятно, да? Я попросил, когда я говорю, все молчат. Я сказал, определить трех людей, с которыми я буду общаться. Понятно, да? Трех людей. Я замначальника УВД области, поэтому это моя территория, и я отвечаю за порядок на этой территории. И, пожалуйста, соблюдаем правила, все у нас будет ровно, и все интересы будут соблюдены. Это понятно, хлопцы? Понятно. Да. Да, значит, вот там, возле зеленой будки, решайте, собирайтесь все вместе, жду трех человек. Только потом те, которые придут, вы же поняли, да? Понятно. Делаем это один раз и делаем это правильно. Да. Запитание, вопрос. Давай. Допустим, первые машины, ему тяжело будет остаться. С каких, может, и средних там взять, представителей? Вы решайте сами, не надо меня. Такое, моя задача три человека. Через три машины я уехал. Нет, так, вопрос решается. Сказать вопрос, да вы вали все, да? Я иду, я не решаю. Пошли, пошли. Не. Ну давай. Горячий.